Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самых популярных собак в России. В начале июля Российская кинологическая федерация опубликовала интересные данные, а именно статистику, какие породы собак жители нашей страны покупают чаще всего. Оказалось, что в большинстве своем россияне любители маленьких обаятельных пород. Кто же попал в топ-5? Рассмотрим самые популярные породы собак подробнее. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Немецкий шпиц занял первое место в рейтинге популярных собак. 10 лет назад представители породы находились только на 8-м месте в рейтинге популярности, но за несколько лет сумели завоевать сердца еще большего количества россиян и прорваться вверх по списку. Очевидно, жителей нашей страны эти собаки привлекают своей очаровательной внешностью, преданностью и удобством в содержании. Чихуахуа занимает второе место в списке популярных пород. К слову, 10 лет назад представители породы находились на 3-м месте. В растущей популярности этих самых маленьких в мире собак нет ничего удивительного. Они обладают покладистым характером, высоким интеллектом и необычной внешностью. Чихуахуа – отличные компаньоны. Йоркширский терьер – 3-е место в почетном списке самых популярных собак среди россиян. Представители породы немного сдали позиции. 10 лет назад они были самой популярной породой и занимали 1-е место. Однако это не мешает огромному количеству жителей нашей страны любить их и считать настоящими членами своих семей. Йоркширские терьеры – дружелюбные и общительные собаки, отличающиеся высокой привязанностью к своему хозяину. Немецкая овчарка занимает 4-е место в списке самых популярных пород. 10 лет назад эта собака находилась на 2-м месте в рейтинге. Немецкие овчарки привлекают россиян своими отличными рабочими качествами. Представители породы легко дрессируются, обладают высоким интеллектом, они хорошие охранники и преданные домашние любимцы. Лабрадор-ретривер завершает 5-ку популярных пород собак в России. Раньше представители породы занимали только 7-е место, так что для них это очень хороший результат. Лабрадоры-ретриверы – очень контактные, послушные, ласковые собаки. Очевидно, именно за эти качества жители нашей страны и ценят этих обаятельных животных. По данным Левада-центра, около 30% россиян держат дома собаку, причем 14% из этого количества являются владельцами не одного лающего, а сразу 2 и даже 3. Специалисты считают, что любовь к лучшим друзьям человека в нашей стране только растет. Что ж, через 10 лет будем ждать нового списка популярных пород. Интересно, кто войдет в него и смогут ли перечисленные представители удержать свои позиции в рейтинге. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!